В это трудно поверить, но длина этого российского флага уже составляет 49 метров. Необычная эстафета пройдет через территории всех крупных муниципальных образований Московской области. Причем на каждой из них к флагу будет прикрепляться новая часть полотнища. Флаг сегодня к нам приезжает из города Электрогорск. И отправляем мы флаг в наш Орехозуйский район. И эта эстафета закончится рекордом 22 августа. И данный рекорд будет занесен в Книгу рекордов Гиннесса, как самый длинный флаг. Ненастная погода этого дня не смогла испортить праздника. На площадке возле Аквилона собрались депутаты Совета депутатов, члены Политсовета партии «Единая Россия», представители общественных организаций и активная молодежь. Я часто принимаю участие в подобных акциях, и я отношусь положительно к акциям. Они воспитывают патриотизм населения и показывают, что населению не безразличны такие праздники важные. Кульминационной частью акции стало прикрепление метрового полотнища с гербом городского округа Орехово-Зуево, после чего общая длина флага стала составлять 50 метров. Россия! Россия! Украсили акцию выступлений городских артистов, создав присутствующим отличное настроение. Одним из ярких моментов стала демонстрация навыков вождения скоростных машин. Из Орехово-Зуево эстафета была передана представителям города Ликино-Дулево.